быть игра. И, кстати, рты, что вот в прошлой игре, что сейчас банят сразу аппарата. Ну да, вчера постоянно его забирали из Имани, и очень неплохо он заходил. Один раз с Виномансером, один раз... Или один раз они его брали. В общем, вчера он был, и вчера он делов там наделал неприятных. Очень такой мерзкий герой, действительно, аппарат. Да, Easy Money банят Дума и Эмбер Спирита. Я не понимаю, почему в первой игре они его не забанили. Ну, сейчас много героев таких, которых надо, по идее, банить. Да, всех-то не перебанишь. А всех не перебанишь. Тем более в первой волне банов надо попытаться сам. Но вот Дум я даже не знаю. Не выглядит Дум уж прям таким имбовым. Да не, почему? Если он расфармленный и вот Doom ультимейт, он как бы всегда хорош. Всегда можно найти героя, на которого, кинув этот ультимейт, он будет очень сильно страдать. И вот против Дума тоже неприятно играть, когда вот тебя кидает ультимейт, и ты просто ничего не можешь сделать в бою. Remaining. Просто кусок мяса. Reserve time. Ну и первый пик. На этот раз зима не первые пикают. И двойной пик будет у ртов. Вайпер, ага. Ну вот теперь сейчас. Dire team pick. Хотят что-то, видимо, исполнить зеркальное, что было в прошлой игре. У их оппонентов. Ну, возможно. Но Эмбер они уже не возьмут. Сами забанили. Хотя вот у них был первый пик, могли, в принципе, Эмбера себе оставить. С другой стороны, могли рты забрать тогда Вайпера. Ну, не знаю, не знаю. Много тут всяких remaining. Можно да, было много бы. Всяких вариантов. Вот я бы хотел, remaining. Чтобы сейчас какая-нибудь команда взяла Мипа. И чтобы они выиграли с этим героем. Uh-huh. И чтобы все поняли, что это действительно классный герой, если уметь контролить его хорошо. А, все знают, что это действительно классный герой, что им надо ну очень вот, хорошо контролить. Да, но вот почему-то его никто никогда не берет. Но он, потому что он слишком много но. Мипа очень хорошо контрится шейкером. Или чем. Но вот шейкером прям конфетка. Ну да, но если к Мипа взять какого-нибудь Дазла, потом Дазла, Омник Найта и этого... Забыл. А, Абадона, вот. Понимаешь, если брать Дазла, мне на это и Абадона, то и... дамажить будет некому. Вы до десятой. Ну, потому что некому. Ну, смотри, кто, Абадон, вот... что ли, дамажит, или Омни Найт? Мипа дамажить. И, например, взять еще какую-нибудь Квапу или Пака. Я думаю, что нет, не проканает этот пик. Просто очень будет. Будет он разбит еще до того, как Мипа наберет хоть какую-то силу. А что касается вот этих всех героев, один фиг. Вот, товарищ. Ну да, единственное, что Omni Knight может там репл наложить, а так с одной кнопки шейкер убивает Мипа. Вот, когда их 5 уже становится. Даже без Veil of Discord они рассыпаются. И это очень приятно на это смотреть. И это делать. Вот Тинкер. Вчера, кстати, брали Тинкера Expo Gaming, но вот он не очень зашел, хотя герой... Тайс, и обрати внимание, рты банят котла. Герой очень сильный. Рты банят котла, потому что они собрались брать пушпик. И сейчас надо Easy Money, ну, то есть они уже это поняли. Я не понимаю, зачем мне Дезл. Ну, то есть я понимаю, зачем они Дезла как раз таки забанили. Дезл очень хорошо, вот, к Ликану заходит. Ну, и вообще он очень хороший пушер. Вот, Easy Money действительно читают, банят Пугну. А котлом просто очень-очень легко отпушивать. Mm-hmm, вот, так же, как Алхимика, да. По идее, надо сейчас забанить ртам. Ну, или забрать его. Потому что Алхимик тоже славится отпушем неплохим. Наверное, возьмут они Крабу в мид. Предрекаю. Возможно, даже возьмут Расту. Да. Я думаю, кого-нибудь из этих двух героев они должны взять, если они ориентируются полностью на пуш. Вот здесь уже есть Тинкер, который March of the Machines, такая хорошая штука. Нет, это Никс все-таки. Никс это хорошо. Никс это Вендетта, это поиски кого-нибудь в вражеском лесу. Nature's Profit туда и до свидания. Они, кстати, сегодня интересно. Брали этот пик против Expo Gaming. Тоже Никс, Ликан, не помню, Фурион был, нет, по-моему, был. Вот, и у них неплохо так зашло.
Они видимо, быстро... они уже все прочитали, и они сейчас, возможно... Может быть, вот я всегда, когда... То есть, нужно же видеть, да, вот Изимани, допустим. Они вчера и сегодня играли, они Ликана ни разу не банили. Профета, насколько я помню, тоже. Почему бы не начать свой пик, ну вот, с Никса и... Ну, с того же Фуриона, да, вроде как нейтральные такие герои, непонятно. То есть, а тут здесь, получается, рты свой план раскрыли уже на первых двух пиках. Взяв Ликана и Фуру, ну тут ежу понятно. Действительно, Краба заезжает, ну и мне кажется, надо брать Шадо Шамана здесь. Алхимика действительно берут Изимани, так как он хорошо отпушивает лужей своей. Ну и вообще он с ультимейтом, и стан у него есть. В общем, герой хороший был при всех, при любых раскладах. Кстати, уже двоих героев из прошлого пика артов берут Изимани, это Вайпер и Алхимик. Им надо брать какую-нибудь еще ЦМ-ку, потому что я очень люблю, когда беру ЦМ-ку. Хороший герой, и Тинкеру, ну, в общем, ее аура будет всем помогать, и Вайперу тому же, и Тинкеру, в общем, всем. Вообще, это офигенная аргументация, потому что мне нравится, когда беру ЦМ-ку. Ну, ведь хороший герой, хороший саппор. Да, хороший. Неплохой. Неплохой. Но здесь уже взят Earthshaker. Да, Шейкер это неплохо, это потому что понимают Изимани, что будут Некра, что будут пеньки, и если туда будет рваться Шейкер. Другое дело, что Шейкер может не дожить до своего даггера. Вполне вот могут не дать ему этого, особенно товарищ Никс Ассасин, который при получении 6 уровня, я уверен, будет ходить и всячески мешать товарищам. Кстати, Тинкера того же он может поджидать легко на лейне. Да? В общем... Ну, Изимани надо... Хотя, с другой стороны, ну и что? Ну и хорошо, переждут Изимани, а дальше что? Ликан-то посильнее Вайпера будет в лейте, как ни крути. Замедление в волке на него не действует. Ну да, поэтому сейчас мы посмотрим, что они возьмут пятым пиком. Да, посмотрим. Мне кажется, надо... Ну вот у них может, в принципе, Вайпер пойти в сложную какую-нибудь, а... Хотя, кого? Лайфстиллера они уже не возьмут. Это уже будет 3 милишника, ну... Хотя лайфстиллера можно пустить куда-нибудь в ту же харду, например, фармить. Но вот Расту забанили сами Изимани, да, это очень правильно. А, Вингу, я думаю, что зря. А, Вивера могут взять Изимани. Могут Вивера, да, действительно, могут и Вивера. Ну, Вивер, опять же, мы возвращаемся к тому, что Виверу надо, кроме линки, иметь еще и дезолятор хотя бы. Потому что здесь вот... слишком... Ну, то есть не слишком много. У Крабы, допустим, вообще вот два спелла, а им на линку пофигу. Профет может... Ну, есть чем сбивать линку, и не самое это страшное здесь линка. Она, тем более, не дает урона какого-то виверу, как мы уже говорили. Но, несмотря на это, Бёрнинг всегда собирает линку. Визаж. Radiant Team Pick. А, это все-таки Визаж. Я не говорю, что это useless item, я просто говорю, что после него еще что-то надо. Да. Да, вивер еще более живучий становится, может там и наглеть. Потому что знает, что легко убежит, в общем, такое. Но я к тому, что время нужно, время. А так, конечно, линка. Не Вангуард же, в конце концов. Почему бы нет? Вангуард Блейдмейл. Ну, Блейдмейл не обязательно, ну, вивер. Да, если... да, там Блейдмейл нечего особо. Визаж вот этот меня смущает, если честно. Да, это очень хороший дамаг. То есть будет у нас стоять что? Ликан, Никс, Визаж? Nature's Profit где-то на харде. Наверное, да. Ну, не нравится мне все равно визаж, но это. Ну, если честно, мне тоже. Я просто не вижу его. Хотя вот эти фамильяры, знаешь, они такие подлые, они же могут прилетать. Mm-hmm. И вот, допустим, если уже нет какого-то Т3-таура на. Ну, Т3-таура нет какого-то, то. Они могут бить бараки там, безнаказанно залетать, сплитпушить. Это очень неприятно. И против них главное, что ничего не сделать. То есть, по идее, надо возвращаться, защищать, но их ты не убьешь. Они просто улетят за карту, и как только ты уйдешь, а они нарегенят урон, они опять вернутся и будут продолжать бить барак. Угу. И вот Изимани задумались над пятым пиком. Но это человек в харду должен быть, скорее всего. Ну, мне Вивер на самом деле... Ну, если Вайпер фармящий, то да. Мне Вивер нравится, в принципе. Да, Вивер было бы довольно неплохо, и вот...
посмотрим, что даже, наверное, лучше, чем Last Healer. Здесь нет, будет лучше, конечно, потому что, ну, куда тут? Remaining. Хотя... Не, почему вайпером? Ага. Так. Это алхимик как кэрри? Может? Может и так. Может, но ему не дадут, конечно, добивать. Хотя, почему не дадут? Ну, иди, что хорошо, это то, что Джакира товарищ толстый. Угу. Толстый и... Не так его просто там сразу. Я убить. Все-таки надеюсь, что алхимик пойдет фармить, а вайпер пойдет сложную, а не наоборот. Вообще мне нравится вот эта вот фишка с фармящим алхимиком на самом деле. Mm-hmm. Очень нравится. Единственное, что надо дать ему фарм, возможно, попытаться угадать с линиями, но это не должен быть алхимик, знаешь, такой, который там монетками даст и прочее. Это должен быть боевой алхимик с лужей и банками. Монетка здесь не сыграет, я уверен. Не, ну можно как бы ее качать, но не максить. Можно, например. Почему нет? Стан плюс монетка. Монетка помогает спрей здесь нет, фарме. Нет, я не согласен. Я вот ну сейчас посмотрим, прям, как сделает алхимик. Как там это? В доте. I totally regret my decision. И что это значит? Хер знает, в Google Translate полез. Переводить. Бывает такое. А где ты это узнал? Услышал? А, нет, это наоборот. Это я очень сожалею о своем решении, это переводится. А? Ну как, это в курсе вот это вот? В доте заготовленная фраза есть. Ага. Ну вот, ну там просто их можно настраивать, там куча всяких вариантов есть. Ну есть один из вариантов, вот можно поставить себе такую фразу. Вот то есть это ты там ворвался, например, вас убили в пятером, ты раз, I totally regret my decision, я там очень сожалею. Или там, don't give up, там вот такие всякие. Это когда проигрываешь, там 30-0 или еще как-нибудь, у тебя уже трон горит, и там команде don't give up. Или когда чувак... Фидит уже там в 10-й раз, ты ему пишешь relax, you're doing fine. В общем, там очень такие смешные фразы есть, мне они нравятся. Г? Г? После да, ГГ. Паузу, один мин... Ага, Г. Хорошо, что не ГГ. Так вот, я очень... А если бы вот они сейчас написали ГГ, у них бы трон упал? А, и там же можно отменить. Вообще, да. Ну вот, да, было я... Было бы интересно, очень. Я такое где-то видел, там чуваки, ну, тоже уже проигрывали, написали ВП пацанам, ну, а те в ответ ГГ. Ну, и, видимо, я не знаю, вообще у той команды, которая пишет ГГ, у них как бы темнеет так экран немножечко, и появляется сразу такая табличка, что можно отменить это ГГ. Ну, вот они не догадались, и, в общем, трон упал у них. А, знаешь, это было даже на Старладере каком-то. А, да? Ну, может и не Старладер, но... засчитали это, поражение? Ну, конечно, нет, они там поражали все. Ну, суть была ясна. Я помню, раньше в Старладере еще, когда писали ГГ, там Вилат набирал какую-то команду, чтобы трон упал, Ancient вернее. Ну и там... Он еще гордился этим, а я вот так вот, хоп, Винтер. Я не помню, там что-то Radiant Team, там Вин один, что-то такое. The battle... Begins. Забавный волк такой. Я на него смотрю, знаешь, вот от третьего лица. На ликан? Прям красная шапочка. Нет, вот именно на волка его. Ой, ладно. А, все, сейчас и умер. Все, а я уже, он умер, к сожалению. Или ладно, к счастью. Потом еще раз призовет. Так, в смоках. Смоках. Нет, алхимик все-таки саппорт, в смоках Джакира и, собственно, он. Да, вайпер будет стоять один с Никсом. Ну и что? Ба-бам. Минус. Минус деспрофит. Да, должен быть минус. Сейчас еще лазерок будет. Бам, и все. Ну, читаемая штука. Читаемая именно потому, что вот пришел Ликан, видит шейкера и нет двух саппортов. Ну, им, блин, кстати, сейчас можно точно так же сделать еще раз. Просто вот прям сейчас зайти и так же попробовать сделать. Но если у них есть смока, а у них их нет, то нельзя.
Но в целом, вот почему? Они же встретились на линиях. Они же все увидели. Почему? Краба, она же знает, что у нее очень... не очень, а просто отсутствуют какие-то эскейпы. Ничего она не может сделать в свою защиту. И вот в леса вышли, кстати, там Джакира с алхимиком, мешают Фуриону, но... мешать Фуриону ценой экспы двух саппортов. Не знаю, стоит ли оно того. Тем более могут шейкера здесь забрать. А, ну вот. Всё-таки... Опять. И, ну, я не знаю. Это... Сейчас опять лазерок будет. Да, и будет умирать. Бам! Прикольно. Мне непонятно в том плане, что это же все, ну, оно... Читаем? Но оно не то, что читаем, оно видимо. Вот, вот они пошли к Фуриону и ушли вот на эту лесенку. Ну, не знаю, может быть, краба подумала, что пойдут наверх эти ребята, либо просто... Просто пофигу, как бы, стало. Думать она может чем угодно, но она второго уровня, а Тинкер уже четвертого. И мид ей уже не выиграть ни за что на свете. Да. Вот просто два ромящих саппорта правильно оценили расклад сил здесь. Изимани и очень хорошими вещами занимаются здесь. Вот Джакира ждет очередной раз. Приходит смоук. Нет? А, нет, просто приходит сентриварт. А тем временем Ликан фармит лучше всех. Ну, естественно. Здесь ему некому просто мешать. За ним тут... И Тинкер, и Вайпер, но у Тинкера просто есть два килла, включая First Blood. Да, у него еще, кстати, инвиз в руне, тоже можно как-то попытаться его использовать. Но он машинки качает. А я думаю, зря. Они начали доминировать, стоит все-таки качать скиллы на дэмэдж. Ну, это сейф вариант такой против пуша артов. Ага, Фурион пришел к Вайперу тут вдвоем. Да, и Вайпера забирают, конечно. Вайпер умирает, да. Здесь бесспорно. Вот ответили рты. Хорошо, тут прилетел Фурион. Да, а саппорты Изимани приходят в топ. Приходят в топ. Вроде как видно этого пока не было. Кстати, что интересно, смотри, здесь стоит сентривард, но почему-то не убили. Опс, даже не надамажили. А, видимо, он был позже воткнут. Хотя нет, уже половина. В общем, опасно тут Ликану стоять. Нет информации никакой, где алхимик и Джакира. Сейчас да, вот и они ждут, пока Ликан играет очень подальше подойдет. Да, они ждут, пока пушится лайн, но лайн... Тут, да, можно вот сейчас, можно попробовать. Да, алхимик. И они правильно это делают. Конечно, хорошо закрыл Шейкер. Полетел. Встал, сейчас будет заморозка, огонек от Джакира и минус Ликан. Да. Хорошо сыграли. Не того бьет, наверное. Визаж? Визаж, да. Но он бы все равно здесь никого не убил. Да, я согласен. Убить бы у него никого не получилось. Так, ну что, вот краба подтягивается постепенно к Тинкеру. Фурион прилетает на мид, они цепляют Тинкера. Но ему надо лазер давать срочно. А, у него КД на лазер. Ну... Все равно не убили, слишком успел далеко отойти Тинкер. И третьим уровнем машинок просто... Просто всех испугал. Снес, там наверху опять то же самое убивают. Да, убивают. И за визажом погоня, скорее... но... Нет, визажа не убивают. Алхимик понимает, что его просто тавр убьет сейчас. Алхимика сапожика. Вот ром, и в итоге... В итоге все неплохо. А тем временем Тинкер уже по фарму догнал Ликана и даже немножечко перегнал. Да, Никс там просто доминирует внизу Вайпера. Он соло его убил, да? Да, он просто взял и убил его соло. Ну, возможно, нет, такого ульта, конечно, еще не было. Да, просто соло через карапасы. У него был уже шестой, через Виндету. Ну, то есть... Ну, наверное, Вайпер не фуловый был, я так подозреваю. Ну, размял, конечно, и потом... Ну, хорошая игра от Никса. Посмотрим, что будет дальше. Да, посмотрим, вот к крабе уже не так активно выходят. Фурион занял пока вражеские леса. А Тинкер фармит себе на дагер, что ли, первым делом? Ну или на тревела скорее, на
багер. Будут пытаться убить Беншу, но это... Убьют, убьют. Нет, вот. А из машинок она уходит, но... А, все убивает, да, там просто. Да, и просто... И ракетками ее же. Да, ракетками добивает ее Тинкер. Неплохо, да, неплохо все сейчас получается, пока у Изимани. За этим исключением, что зачем-то там умер... Умер Вайпер внизу два раза. Ну и у Никса, на самом деле, есть уже арканы, есть Пурменс Шилд. Он может сейчас просто сам бегать по карте и помогать убивать, ну, того же Тинкера, например. У Тинкера ничего против него. Вот, да. Взял, ну, идет на топ. Ликана опять в очередной раз убивают, и это... И убивают Шейкера. Да, и минус Шейкер. Там такой рейндж здоровый, что это просто капец. Ну вот зря получилось, что Никс сюда телепортнулся. Надо было, я считаю, Алхимик начал было... накручивать, но поздно. Надо было идти Никсу в мид изначально. И в Виндете они могли убивать спокойно Тинкера. Ну уже появился ультимейт у Крабы. Да, вот уже тут концентрация идет ртов на топе. Никс отвлекает, хотя он тоже там, мне кажется, пригодится. Есть порталы у саппортов. Они идут в смоках на ботом, на Т1, но здесь никого не найдут, потому что все рты вверху. Сейчас, скорее всего, будут проюзать гема, ты понял. Они будут дефать? Да, они будут дефать, садит фамильяров не таймингово вообще. Нет, дефать не будут, отменил ТП свой алхимик. Отменил ТП, Вайпер не ТП, что да, они тут могут на самом деле еще и поубивать, ребят. И летит сюда Тинкер. Ракетки, ну ракетки. Ой, хорошие, какие ракетки, лазер. И еще одна тычка, минус Крабу. А, вот, знаешь, все-таки. Ну Крабу. Что, даже не убивают. Нет, Джакира все-таки убивают, все-таки плевок очередной. Джакира Крабу это... Так себе размен, честно говоря. Бежит на хосте алхимик. Никс. Бабам! Просто Шейкер Фуриона добивает свои фицуры. Тут и алхимик. Да, алхимик бежал на хосте и... Да, попытался накрутить до максимума. Ну вот, но по-прежнему там... на хосте гонит. Дал на... Внизу на магазине тут кого-то, но никого не нашел. И сейчас можно убивать Шейкера. У Шейкера нет ман. Ну надо, супер, надо. Хорошая, 30 хп осталось у визажа, но он выживает. Да, и минус Тинкер, все. Минус Тинкер, и надо убивать. Нет, больше никого не убьют. Ой, как же машинки дамажат. Просто не смешно, ну и... Какой Сайленс вовремя был по Шейкеру. Он сейчас мог просто двоих убивать, но не успевает. Зачем-то пришел Джакира, непонятно зачем. Дал ну макропиру. Хорошо, на ход дал, так макропиру в узком проходе, и... Ага. Очень узкий, но он так перегородит, знаешь, шлагбаум такой. Ну это как бы это, знаешь, Вилат. Ну да, он любит. Я больше не буду называть просто макропира, я теперь этот спел буду называть макропира в узком проходе всегда. Да, он так и делает. Ну вот, я тоже говорю, макропира в узком проходе. Так, Визаж убил Т1 Тауэр на топе. Тем временем у Изи Мани что-то все тут смеются, видимо, мы что-то пропустили. И рты смеются, да. Да, да, я говорю, что-то, видимо, веселое. Ну, может быть, там как-то с Динаем Таура какие-то приколы были. Вот, и драка-то была такая, по сути, равная, но вот смогли рты из нее больше гораздо вынести. Они уже сравняли счет практически по киллам. И главное, что они убили топ Тауэр. Надо сейчас Крабе восстановить ману, здоровье. И идти сносить очередной Тауэр. Отлип у нее ультимейт. И не надо тут тянуть. Оно на что-то копит, вот сейчас добивая этих крипов? Ну, возможно. Ну, в смысле, она вот что-то купит сразу же, как их добьет? Зачем скорее это делать? Скорее всего, да. Я тоже, честно говоря, не знаю. Ага, Вайпер гоняется за Фурионом. Фурион дал ульту, по Вайперу она прошла, здесь же и Никс, мека, правда, уже есть у да, Вайпера, это неплохо. Мека спасает, и сейчас, и будут... сейчас будут спруты, да, достается. Хорошие спруты, но надо он... Вайперу атаковать Фуриона, Вайпер, блин, надо было, он все равно убивает, чуть пораньше надо было. Сейчас будет стан в Никса. Да, и умирает Никс, и не умирает да, Вайпер. Да, и Вайпер все-таки выживает. Отлично, Вайпер тут пожил, помансил, и минус 3 вот. А, минус 3
Минус 3 то было еще на топе сделано. Не понимаю, да, как. Да, еще и Ликана убили. Через ультимейт, через Ахаслэм, Шейкер. Там, видимо, волки были, много крипочков. А, ты Шейкер соло убил, да? Ну, судя по всему, да, потому что... Может быть, при помощи Тинкера единственное, что... Но убил. Убил, это главное. Вот ведется отпуш активный Тинкером. А Крабас, Фурионом и с фамильярами нападают на... Тауэр в миде, он будет убить очень быстро, да, действительно. Бежит за кем-то, понятно, за кем бежит. Да, и успевает убить Никс, алхимика. Остается здесь Джакира, но сюда может прилететь Профет, но только, правда, через 10 секунд, поэтому нет. Башню да, все-таки убили, Рэдиант. Помогает пушить Тауэр по миду. Т2. Ну что там, Даникров... Как далеко? А, Владмир сначала будет у Ликана, да, надо забирать будет обязательно Рошана. В прошлой игре вообще убили Рошана у нас или нет? Хоть раз. Вом один раз нет, убили, по-моему. Да? А, один раз, да, кажется, один раз максимум, я не помню. Я забыл. Заметил, что у нас очень мало вообще с Рошаном каких-то производят действий на лиге. Зачастую там ближе к 30-й минуте уже первый раз его только убивают. Так, Вайпер с Шейкером на Ликана. А, на Профета. Ну да, Профету тут будет... Фурион на что-то копит? Бам, бам. Да, на... В общем, думаю... на что бы он ни копил, ему еще долго копить. Надо Shadow Amulet ему покупать, надо, я считаю, брать Лотар, потому что... Да, наверное. Тинкера Травела, Даггер, Soul Ring. Как быстро все, что... умирают птички от Марша. И очень плохой контроль от Визажа, он двух птичек просто только что отдал. Да, ну а Тинкер сразу же убежал на базу и зря идет сюда Никс. Ну это очевидно, когда Тинкер куда-то тпшится, можно смело идти на противоположный лайн и ждать его там. Это гораздо будет эффективнее, чем пытаться догнать его на том, куда он в данный момент телепортируется. Барабаны хочется брать, да. Краба. Тем временем Ликан покупает себе плащ Владимира. Да, вот только на... что-то от Шейкера какие-то непонятные вещи сейчас. Но он сбил, он сбил линку Рошану. Вот в чем была его задумка. Суть в том, что тут можно и умереть. Ой, а, нет. Ульта от крабы. Ну что, надо, надо. Алхимик в себя. Алхимик застанется. Волк прожал ультимейт, надо подкапывать. Да, то Фурион назад залетел, но тут Тинкер подбегает. Подкачек. О, вот это настоящая макрофира в узком проходе. Правда, волк очень силен. Да. Умрет волк. Волк все-таки умирает из-за макрофиры. Ну надо, надо бить вайпера, у тебя же ульта, дружище. Деспрофит. Конечно, надо, надо. Сайленс дал. Импейл достает импейл. Да, и ну все. Подарил очень хороший. Ну сейчас Ликан еще и алхимик убил. А, ну да. Ликан убил волками. Хорошо по контролю тут. Так, и минус чуть ли не 2 было, но 3 в 4 разменялись, рты, да, молодцы. Все-таки убили. Немножко такая драка... Все? Сумбурная. Сумбурная, да, получилась, но в целом рты из нее вышли победителем. А, и вовремя очень Тинкер там ракетки запустил свои, смог убить Никса. Но Никс на самом деле дал не очень хороший импейл, там одного зацепил и нормально, значит. Главное, там убили, и вот краба вовремя... Так, Фурион умирает внизу. Я что-то... Как-то Фурион себя очень неаккуратно ведет. Лотар он не покупает, сразу начинает Некра собирать. Ну, Некра это Шейкеру прям сказка будет. Потому что Некра будет однозначно у Ликана. Я думаю, Ликан уже там убивает Рошана потихонечку. Да, потихонечку. Пилит его. Ульты у него нет, зато есть медалька. Есть Владмир. Переагривает на себя Рошана. А почему он не включает это... Хауль. Ну, может быть, да. Он боится спалиться. Может быть, ждет отката ульты, чтобы под ультой... Ну вот, включает. Ага. У крабы, на самом деле. Так, теперь... Шейкера профи... забирает и забирает еще Джакира. Как-то вот... Макропира? Ну, Макропире никто не стоит практически. Вот только Фурион зачем-то сейчас это делает. Непонятно зачем. И под шумок Ликан забирает Рошан. Да. Вот по нетворсу лидирует Тинкер, деньги в ноль, экспа в ноль, абсолютно в ноль. Да что такое, сколько я уже их пропускаю? Слушай, опять килл пропустил, ну что за бред?
А я видел. Как убили Тинкера. Вот смотри, по крипам очень хороший МПЛ дает Никс. Сейчас по 4 попал. Это если бы он еще так по героям делал. Да, и ну, забирает по крипам чуть-чуть полегче попасть МПЛ. А, ты считаешь, да. Да, общем, немножечко. Есть вот что-то. Ой, уже ветерки появляются у Никсана. Ну тут лучше, конечно, блинк-дагер. Хотя... Ветерки тоже неплохо. Наверное, кого-то вроде, ну, Вайпера можно подать. Или того же Тинкера. Хотя Тинкер после ветерков может сделать блинкаут сразу же через... А союзника уже нельзя подкидывать, да, ветерками? Нет, нельзя. Ну, я тоже думал, что, типа, посейвить ту же крабу, но нет, крабе надо самой. А, Тинкер отменяет ТП, это было действительно очень опасно. А, нет, он ТП-шнулся и блинкаут сделал назад. Закастовывает массу машинок. Разменивает свой Аегис Ликан. Действительно, да, и никто все-таки, кроме Жакира, не умирает. Так, мало того, что умер Джакира, потеряли еще то два таура здесь. Ой, в Карапаса дает ракетки Тинкер и тормозится очень сильно. Да, похоже, убегают здесь рты. Да, при том вообще без проблем. У меня вот уже есть Некра. У Фуриона пока только первое, но... Так, какая-то пауза, странно, вроде никто не... Ну просто вот товарищ, который в лобби там зашел, он... Там просто можно, ну, сойти нажать, и будет тогда надпись это... Только среди кастеров она видна и в чате. Похоже, и хотел именно команду написать, чувак. Что-то. Ну вот сравняли рты счет в очередной раз. Сейчас по расписанию должна быть какая-нибудь глупость. Слушай, и они буквально за последние там 3 смотри, минуты... нападает на Баншу сверху. Оп, успел. Но она уходит. Ну да, у нее же четвертая пассивка, у нее же фейсбутс. Так, лучше бы вот я не смотрел. Тут убили алхимика. И Жакира, погоня за Жакира, но... Да, погоня, но должен убегать здесь. У него и скоро лёд, без него... Вот это был хороший импейл. Да, это был хороший импейл, без него он бы должен был уходить со своим... И похоже сейчас нет, Вайпер не умрет. Да, он хасту возьмет. Подбирает хасту и... Но это гадский Фурион. Ну зачем подняли сейчас, вот это было совсем не... Обязательно подкопчики, куча тут всего. Все-таки зажали его. Да. А наверху Ликан потерял свой Аегис, включил волка. Да, это всего лишь Аегис. И сейчас будет убивать будет Шейкера, правда, Хаслэм. Шейкер молодец. Да, Шейкер делает тэп-аут просто без всяких вообще. Шейкеру надо было тотем ударить, потом фиссуру дать, а потом только делать ТП. У него мана все это не хватало, потому что он дал Эхослэм и больше ни на что уже не было. Как у него? Вот он только сейчас. Вот Эхослэм, лол! Да? У него там было куча маны. Ой, хороший был ультимейт, умирает визаж, но Шейкера нет, Вайпера еще не... Фурион пытается убежать. Сейчас он будет делать тэп-аут вот откуда-нибудь отсюда. Да, он просто закрылся в... И еле-еле ему маны хватило. Так, зато умерла краба у нас. Да, краба умерла, потому что... просто что-то происходит. Но она на миде умерла, там же Шейкер запрыгнул. Ну да, я просто смотрел за Фурионом. А, нет, это Никс убил Джакира, ёлки-палки. Какой трэш происходит. Я не успеваю, честно говоря. Некро 3 уже, кстати, у Профета. Надо ему эскейп какой-то, надо Shadow Blade. Обязательно. Да, да, надо, я думаю. А Тинкер берет догон. Ну, догон, да. Почему нет? Никс хорошо отыгрывает. Ведет игру, инициирует очень грамотно. Дизейблит. Карапасы прям такие шикарные выдает. Вот сейчас у него еще форставчик, мобильность появляется. И будет... Будет непросто здесь, потому что... Скоро уже Кираса появится у Ликана. Он Некра не делает. Некра есть пока только у Профета. Визаж купил Меку. Надо уже на Аганим, наверное, копытить потихонечку. И у Деспрофит будет Бладстоун со временем. Да, и когда Кираса появится у Ликана, это, конечно, будет
тяжело для команды Изимани переноситься это кирасы. Слуги, по сути, они не бьют. Вот то, что у них будет минус броня, да, это очень неприятно. И вот этот Вайпер, который через Меку, он, конечно, правильно играет через Меку, но, блин, с руки-то у него тычки всего лишь 105, не цепляют крабу, да, она успевает уехать, взрывается этот... Взрывается алхимик, сало под троим. Ну что, да, будет? Сало под троим, да, сейчас будет сзади брак. Заходит. Ой, неожиданно. Как хорошо зашли. Ликан. Прям очень хорошо зашли рты. Но они сидели в засаде здесь, Ликан с Никсом, и вовремя чуть вышли, минус 3 от Изимани. Вот если бы зацепили Баншу, вот такого бы не было. Они бы вряд ли стали вчетвером нападать на пятерых. Может быть, да. Ну там еще и сало Банша на развороте дала очень хорошее. По троим, повторюсь. Да, ну и остался последний, на самом деле, внешний таур у Изимани. Вот в сейчас стратегии уртов хорошо идет. Ну и Тинкер. Тинкер, наверное, здесь приехал. Да, приехал Тинкер. Сразу же бэйбэчится, сразу же делает ТП на Т3 свой и будет накастовывать машинки. Тинкер разозлился просто. Ну, я не думаю. Нет, он правильно бэйбэчнулся. Да не, я про то, что он вот сейчас на Ликана прыгнул, а, стрельнул, ну да, он... к нему там лазером, ракетками. Не ожидал он увидеть там и визажа, и что у Никса карапасы. Вот опять Никс карапасы прожал, там под машинки или под ракетку, я что-то не заметил. И Ликан покупает себе рецепт на кирасу. Гиперстона нет. Печенька осталась молодец, здесь. Тим убил все-таки Фуриона, денежек, конечно, он вообще нисколько не получил, но... 560, я бы не... То есть, на 200 больше, чем... У него же это, штраф золота. Почему? Он получил. Это же не Reliable Gold. А. Ну, то есть, за там, по-моему, я не знаю, товара, там, за героев ты получаешь. Ты не получаешь пассивное золото, за Рошана золото, за нейтралов золото. А за вышки, да, я, за я это знал, я это знал, просто я подзабыл. Да, ты просто меня проверял, надо вот так вот говорить. Да, я тебя просто вот проверял. Вот это правильно. И как бы тут получаюсь уже я такой тупой, что не понял, что ты прикалываешься. А ты вроде как и... Вот точно, точно. Вот это я и хотел сказать. Что я тупой? Нет, то, что я тебя проверял. Кстати... Всего лишь один таур успели за все это время, вот за 23 минуты снести Изимани. И вот, вот этот золотой фонд, да, в 5 таурах, который, это, ну, буквально 5000 денег. Достаточно много. Вопрос в том, как их начать забирать. Но чтобы их начать забирать, надо провести хорошую драку. Надо собрать товарищей впятером, то есть забайтить их на какой-то таур на хайграунде, чтобы вызвал Ликан волков, чтобы вызвал Некров Фурион, чтоб пеньков своих вызвал, чтобы... И они чтобы все... они встали все вместе, это обязательно, и чтоб туда запрыгнул Шейкер, раскастовался. Да, и тогда все будет хорошо. Ты все правильно. Ой, форстафует ты... красиво Ликана из-за Айспаса. Да, Банши цепляет, но и это... И драки такое не будет здесь. У Банши тем более есть хоста в руне, в ботле. Так вот, я к чему это все говорил, что очень-очень много должно всего совпасть, чтобы выиграли тимфайт Изимани, потому что без качественного ульта Шейкера я не представляю, на самом деле, как им подраться. Умирает алхимик, вот сейчас уже совсем все плохо будет. Вот, вот оно! Вот оно! И визаж все равно убежит, здесь Шейкер умрет, но ультимейт был просто... Ну, идеально, но все равно, я не знаю, все лучше, равно нормально. Лучше здесь быть не могло, надо на развороте давать Soul Assumption. Вам Никс просто сейчас разложится. Никс разложился, и тут чудом хотел сказать выжил, но не выжил. Team Wipe. Да, это Team Wipe портов. Вот, пожалуйста. Шейкер во всей красе. Просто даггер и все. Да, при том те так хорошо стояли, он, конечно, вовремя, очень вовремя запрыгнул. Да, нашел. Это виноваты еще и рты, что они встали так все прям хорошо. Пятером. Притом, там так получилось, что потом еще и фишурка легла по пятерым. Ну, то есть она не пятерых не перегородила, но она пятерых застанила. Да, потому что пассивная способность Шейкера станет всех вокруг. Вот это была хорошая драка, сейчас, правда, Вайпера не убьют. Ну, этот Фурион, это, конечно, такой Фурион. Он зажимает Вайпера в спруты после того, как он делает ТП, и из-за этого не крач первого уровня не может его атаковать. С руки, да.
не первый уровень, а милишный просто. Зато второй Рошан сейчас упадет в пользу ртов. Я думаю, что... По крайней мере, не пикают туда изимани, и у Шейкера нет ульта, да. Но вот если будет такие ульты давать, то есть видим, да, это как тот же Магнус. Просто надо стоять разряженно ртам. И стараться не ловить этот ультимейт. Но как тут постараешься? Тут куча пеньков. Два волка. Не крачи. Да не, можно просто всем не стоять в куче, да и все. Ну да. В всяком случае, к крабе можно стоять подальше. Визажу можно стоять подальше. Тому же Фуриону, да, контролить просто. Там ему дать-то надо ульту, да и... Может быть, закрыть в спорты. Ему не обязательно там с руки бегать, наваливать. У него дизоль. Не, ну желательно, желательно. Ну, желательно, и наваливать. Алхимика... Очередной раз Никс находит, убивает. Никс алкипайп есть. Ого, какой общем... Никс-то полезный, слушай, у нас. Кстати, смотри, как после последней драки изимани перевернули. По крайней мере, по экспе. Не, ну было по экспе 12 тысяч, да. А тут сразу же 6 тысяч. По голде, ну, 8 тысяч. Пример команды Релакс, которая с 14 тысяч разворот сделала. Ну, говорит о том, что все-таки... Ну, здесь, конечно, не те герои, я понимаю. Да, там были... Мы видели, что переворачивающий герой у Изимани есть. И Шейкер действительно опасен. И когда у него будет 16 уровень, еще опаснее. Да, когда будет Аганим, будет еще опаснее. Это получается, ультимейт становится в два раза мощнее. Тем временем Кираса прилетает к Ликану. Ликану надо БКБ вообще. Вот ему надо херню это не заниматься, а купить себе БКБ. Кираса хорошо, но не то чтобы БКБ лучше. Но вот смотри тут. Тинкер, Шейкер, Джакира, Алхимик. Тут БКБ просто must have. Я вот как-то сразу забыл об этом сказать. Все-таки здесь очень много магии, и Ликан под БКБ бегающий, которому на все пофигу, на скорости там 5-2-2, он просто здесь очень многих заберет с руки, а иначе его могут просто продержать в станах. Я тут просто читал про ульт Шейкера. Первоначальный урон проходит сквозь иммунитет к магии, а урон от эха нет. Ну да. Ну то есть тут основное это... То, что эхо дамажит, еще и по героям там дважды оно отражается от героев. Поэтому тут... А, ну да. По пяти героям это гораздо даже лучше, чем... Ну, не гораздо, но это лучше, чем... Может быть, даже по пенькам и по герою одному. Но суть в том, что, в общем, мы видели, что этот ульт умеет. В общем, суть в том, то, что пайп Никса не особо поможет против ульта Шейкера. Но он поможет против... Против... Машинок Тинкера. Да, пайп. Ну да. Ну а что еще мог взять? Вообще, я считаю, что надо было тоже здесь не крыс собирать, Никсу. Можно просто даже здесь... А, ну вот сейчас, наверное, Шейкер умрет. Оп. А, успевает дать фишурку, какой жесткий. Да, это паут. Летел Фурион, тут откдешилась уже ульта у Никса. Но боятся сейчас заходить. Рты. Надо как-то сбайтить ульт Шейкера. Попытаться. Ой, поставили Sentry Ward, ну понял, Никс, наверное, что его видят. Кстати, можно уже ему иметь. Нет, не понял уже Шейкер, что его. Шейкер, Никс, что его видят. Но вот сейчас точно понял. Все, начали атаковать его крипы, что-то здесь. Так. Боятся заходить сейчас на хайграунд. Я хотел сказать, что лучше бы у Никса были Некра, который вот покупает он, кстати, гем. Прочитал мысли мои. Ну или своя появилась у него. И вообще всем Некра. Фуриона есть Некра, вот Ликан. Ну Ликан правильно все делает. Он Огр Клаб купил, начинает собирать БКБ. А вот Никсу можно было бы Некра купить и просто их отправлять на какой-нибудь Т3 Таур, да, если бояться Шейкера. Арты. И потихонечку сносить. БКБ, кстати, появляется у профетки. Она проигнорировала пока Бладстоун, и совершенно правильно. Ну и я считаю, что ну вот профет собирает хекс. Профету тоже БКБ не помешает. Вообще... БКБ вообще никогда никому не помешает. Очень такой хороший айтем. Ну это да. И пятером по центру собираются рты.
Ну, нельзя им повторять своих ошибок. Надо, во-первых, кстати, иметь обрати вижу. Внимание, сколько денег у Тинкера. Видел? 5000 что? Просто на руках. Сейчас рапиру купит. Почему он не апгрейдит Дагон? Зачем ему 5000? Не знаю. Ну, вот сейчас что он посмотрим. Делает? Так, следим за шейкером, где он? Слежу за шейкером очень внимательно. А, ну тут просто БКБ и убивают Тауэр. Хотя есть. Ой, тут накручивает алхимик. Ну в кого он? Все, надо убегать уже здесь. Профетки. Все, убили Тауэр. Поднимай себе ветерки, товарищ Никс. Да, молодец. Поднимает шейкер. Да, ульт, но ульт не очень хороший. Волк умер, но все-таки убивают Ликана и убивают Ликана. Гем выбивают сейчас у... У Ликана нет ульта. У Ликана нет ульта, действительно. Да, а без ульта он... Просто кусок. Опам. Кусок. Ну зато слушали один Тауэр. Да. Посмотрим, нет, может быть сейчас Тауэр, и барак. Сейчас что-нибудь купит Тинкер или... Или не знаю зачем он. Но... Ничего не покупает. Да, правильно, убили рейнджевый барак. Не знаю, не знаю вот насколько это было оправдано, двоих героев терять, особенно Ликана. Ну, Ликана... А Калшиву собирает, понятно? Кто? Тинкер. А, Тинкер? Да. Нормальная тема. У Ликана есть уже рецепт на БКБ, осталось, то он, наверное, перед смертью закупил, осталось только молоточек один закупить, и все будет хорошо. У Вайпера, тем временем, Манта и Гем. Но вот плохо, что Никс слишком далеко залез, он какой-то прям героем себя почувствовал, все-таки с пайпом думает, пофигу мне на ваше. Плохой был ульт от шейкера все-таки, по-моему, там по одному Ликан. По крайней мере, по многим. Погоня, смотри, за Фурионом и убивает. Тинкер убивает Фуриона. Надо бы ему, наверное, Дагон подкачать еще. Немножечко. Собрал, но возможно сейчас. Да, убил Некрачей, очень много денег за это получил. Ну нет, здесь с фамильярами уже не... Не получится так поубивать этот милишный барак, все-таки он регенится. А Гем находится у Вайпера сейчас. Да, он его сразу же подобрал, но и Никсу здесь будет сложно. Да, подойти-то ему будет сложно, поэтому... Поэтому буду драть... Надо ждать БКБ Ликана. А раз уж БКБ Ликана, так можно подождать и Рошана, который через минуту мы узнаем, сколько там нарандомит. Ему и третий будет Рошан. Обязательно его надо забирать, ну и той, и другой команде. Если они получат тогда, та команда, которая заберет Рошана, получит неплохое преимущество. Все-таки сырок можно будет его Вайперу отдать. Да, и кстати, алхимик собирает алебарду. Правильно делает. Ну, будет... будет затыкать обезоруживать Ликан. Да, Ликана. То есть, как я вот... Я понимаю, ну, там, какого-нибудь Райт Кинга, да? Обезоруживать, ну, меч у него отобрать, а у Ликана что? Когти его. Ну, то есть, смотри, у него же накладные ногти. Ну да, то есть он их забирает. А потом через 4 секунды, ну вот на, ладно. Ну, так же, как и у Райт Кинга. Меч забирает, ну вот на, через 4 секунды. А у Драгон Найта в форме что он забирает? Язык вырывает? Нет, просто он ему намордник надевает. Сейчас умрет в очередной раз Фурион. Но вот не послушал он меня. Ой, здесь... Шива полетела. Тинкер, Шива, да, ну вот визажа убьет. Хватает только по визажу, но визаж такой плотный. Конечно, и тут большая соль. Ой, ну все, Тинкер прощает. Сейчас Тинкер делает байбек. Нет, он выживает все-таки. Там Некрайт за ним гонится. Но его добивать никак нельзя. Тинкеру Тинкер ты право делает. Банша вовремя БКБ, но тут Вайпер... Одна Банша бегает против всей команды. БКБ сейчас кончится, она заюзала руну регена, как же грамотно, и успевает улететь. Нет, умер... Куда Вайпер на Т3 Тауэр, на топе полетел. Да, я уже... Так, и... Еще как же сильно Фурион просто уже. Этот Никс ударил Тинкеру. Тинкероманы много. Да, но... Алхимик накручивал, так и не накрутил. И вот, наконец-таки... О, Шейкер ворвался и... Линию потеряли, волк убегает. Да, и не получилось убить Ликана. Почему никто не забирает гем? Вы что, ребята? Все-таки забирает. Все-таки убил тут...
Никс зачем-то пришел. Никс-то тут куда вообще, я не понимаю. Давай, Тинкер, я в тебе верю. Никс. Импейл, оп. Ман, а, все. Ну маны нет, ну все. Маны надо. Нет, да. А, и Вендетта. Но Тинкер там не убежит, стоит гнаться. Да. С Тинкером. ХП у него внизу много. Еще драка против Death Prophet. Но она очень толстая. Включает БКБ сейчас. Сам себя взорвет. Алхимик, ну надо убегать. Боже, что за... умирает алхимик? Ну это Баншу, да у нее реген хороший, хп много. Да, есть. Тинкер, а, вот но Тинкер, как обычно, делает свое грязное дело. Тут Никс, и все, прощай, Тинкер. Все-таки Тинкер умирает. А Вайпер в это время фармит крипов. Тысячу денег потерял Тинкер. Отдавил, да, вернее. Вот. Сделал байбек, у него догон. Второй он его не апгрейдил. Да, да уж. Но неприятности у Изимани в том, что у них нет двух линий. Ультов таких, как был на миде тогда, вот Шейкера мы не видим. Угу. Никс начинает собирать Никра тоже. Вот у него первые есть. Да, Тинкер, конечно, молодец, но вот Тинкер... А, появился, кстати, Рошан тут, ко всему прочему, да, и надо его забирать. Стягиваются рты к Рошану. Сейчас подойдет Никс, где здесь у нас... Вот Ликан далековато, у него КД на телепорт, прилетает к нему Тинкер, но и нет. И он отменяет. Да, это вот они, знаешь, у кого яйца железнее. Кто первый убежит, Ликан или отменит телепорт Тинкер? Ну вот, Тинкер решил не рисковать. Блин, дагер у Ликана. Вау, вау, вау. Это что-то, это какое-то ноу-хау. Ну это как одно время Боум Флетчеру начали собирать Блинк Дагер, потому что ну просто не чуть-чуть не хватало им вот Боум Флетчером урона. То есть они выходили из инвиза, включали стрейф, долбили, да? И если более-менее плотный герой, то он убегал. А потом с даггера боники его догоняли. Вот здесь также, может, Ликан будет в волке блинкаться? Наверное. Посмотрим. Кстати, когда Рубик ворует форму Ликана, он в форме волка лапкой, ну, эти рейнджовые тычки посылает. А ты видел, кстати, забавно как выглядит. Ликан... Ой, Ликан, когда Рубик ворует Firefly у Бэтрайдера, как он летает. Ну да, он чуть-чуть над землей, так и на огне. Ну видел, да, как это выглядит? Ну видел, да. Он да. Ногами так машет, и он на метлу садится, и вот его Гарри Поттер еще называют. Нифига, про метлу я первый раз слышу. Ну вот, посмотри, вот в стримах его Гарри Поттер называют, показывают, там может, просто такие недавно коры. Добавили. Хорошая макропира здесь, перегораживает весь проход здесь. Летают фамильяры, садятся по очереди. Алхимик стоит в стане был, но уже нет. Ой, как же больно здесь Тинкер. Тинкер умирает. Наверное, нет. Эхослэм. Да, нет. Пока нет, но все-таки умирает. Ну, Эхослэм хороший. Банша, сейчас Банша воскресится. Но это минус, это мега крипы просто. Да, это уже мега крипы. Ну, вот, да, все, мега крипы, и можно писать GG. И волк вот этот, который... Я не сказал, что он супер одет на дамаг, но... Вайпер он, ну, он просто с БКБ бегает, всех пугает. Да, он бегает 5-2-2 в БКБ с Керасой и с Блинком догоняет ребят. Хороший был все равно Эхослэм сейчас в двоих. Убили Никса, но крабы был. Фуриона, кстати, еще Вайпер добил. Вайпер с арбалетом. Это мега крипы. Да, и наконец-таки Алхимик собирает Алибарду. Вешает ее на Ликана. Алхимик, но уже падает Ancient. У Зимани очень веселая игра получилась. Да, очень веселая, но Зимани не потащили. И получается счет 2-1 в пользу ртов. Да, рты начинают, ведут в серии сейчас, уже вот сейчас 2-1. Им выиграть нужно одну карту всего лишь для победы, а Зимани надо собраться и сравнять счет в серии. Угу. Ну и ждем третью игру.